затягивающие минуты. То есть мы берем отсюда, делаем вот так. Раз. Получаем длинный конец скользящий. То же самое берем отсюда, делаем два. Получаем короткий конец скользящий. То есть один из вариантов этой веревки, то есть мы делаем вот так, делаем петельку, делаем раз, делаем два, получаем скользящую петлю. То есть китайский узел, с него делаем раз. Цепочку. Так, палку поставь просто. То есть делаем вот таким вот. Что-то я запутался. Вот раз. Затягивающуюся штуковину. То есть и отсюда делаем, то есть чтобы видно было, то есть раз, два, три, затяжка сюда. То же самое, раз, то есть перекрываем и вот сюда. Такой красивый узел. Так. Вы допускались? Не, это, ну, не те узлы, как ты думаешь. То есть вот приходим сюда, переворачиваем сюда. Заводим вот сюда и сюда. То есть это там для связывания веревок, для плетения сетки. Вот я на завтра попытаюсь, если у меня этот самый, у вас кусочек веревки отрежу, попытаюсь сплести сетку. То есть вот такой вот план. То есть в принципе. Не, пальцы. Принудительный кузин. Thank you.
руки храм. Так, связываем. Делаем этот раз. Так, остальные пока. Скрипку делаем раз. Без резких движений наше все. Для надежности вставляешь его в плечо сначала человека. Да, он меня поймал. Это хорошо. Да, очень, очень приятно, царь. То, что касается крюка. Так, хорошо. Так. То есть делаем. Вы не спешили. Раз. Делаем. Просто как простики. Узел. Так, что я еще хотел? Вещь, то есть его рука.